Дорогие мои рыбаки, заговор на удачную рыбалку сегодня для вас. Для этого вам нужно приготовить ту одежду, в которой вы будете ходить на рыбалку, ну или в которой постоянно ходите. Одежда будет заговариваться в полнолуние, в четное число. Никому другому эту одежду давать нельзя, и никому о заговоренной одежде рассказывать тоже нельзя. Итак, если вы в одной и той же одежде ходите на рыбалку, то ее следует заговорить, повторяю, в полнолуние четного числа. Заговоренные этим заговором люди имеют улов и никогда не попадаются рыбнадзору. Итак, заговор читаем 3 раза на одежду. Идет Фома, несет рыбу, а с ним я, называйте свое имя, и удача моя, ключик мой несу домой, несу свою снасть, рыбе страсть. То, что из воды вынимаю, на заговор закрываю. Ключ, замок, удача и рыба на порог. Аминь, аминь, аминь. Всем удачи на рыбалке, дорогие!